Всем расстараться. Всем привет. Сегодня какое число-то? Третье? Третье? Третье. Третье января. Сегодня сынок. Нашим подписчикам очень нравится, что я тебя называю сынок. Но не всем, некоторые раздражаются. Владимир Тепляков. Это я. Пошел в лицей. Я с утра поехал с ним, потому что там был ряд вопросов, которые мне как родителю надо было решить и там, возможно, договориться или что-то подписать. По новостям. Мы отказались от этого интерната, потому что Вове понравилось жить дома. Здесь, дома. У нас кайфовая семейная уютная обстановка. Все хорошо с питанием, с проживанием, со всем остальным. На обеду идет в школу. Завтракает он дома, обедает в школе, как и прежде, и ужинает дома, чем сейчас, соответственно, и занимается. Что еще? Завтра, сказали, выдадут ему какую-то бумагу, с которой мы наконец-то поедем на железнодорожную станцию в организацию, я забыл, как называется, и получим для него, или подадим только еще какие-то бумаги, или уже получим документ проездной для автобуса. В лицее мне сегодня сказали, что лицей будет платить за него, за его проездной. Вот, что не может не радовать, это здорово. Спасибо лицею. Что еще? А, еще, как вы помните, я во время прогулки с ребятами на озере подходил к тренеру, который греблю преподает, и интересовался, как можно показать Вову, как можно пройти собеседование или вообще что надо сделать, чтобы ему попытаться у вас заниматься. Он мне тогда дал телефон босса, два телефона. И сегодня в школе я обращался с service intendant, это профессия, ну, должность, к женщине, которая нам помогает во всяких социальных вопросах. Объяснил ей ситуацию, говорю, может ли как-то лицей помочь мне вот в том, чтобы скоммуницировать, там, договориться обо всем. И она сегодня с ними переписывалась и созванивалась. Вот у меня сейчас лежат документы какие-то, мы сейчас будем их вскрывать, смотреть. И еще важная новость, чуть не забыл. Перед Новым годом у нас прям было назначено рандеву также с кем-то из лицея в ближайшем супермаркете, где мы должны были покупать, лицей должен был нам покупать Вове форму для физкультуры. Ну, там все, калькулятор, там все, что надо для школы, мне короче. Да, все, что надо для школы. В общем, тогда мы не смогли пойти, потому что заболели. Я думаю, да. Но сначала он, а потом и я тоже. Ну, как бы, он тогда не болел. Ну да, в тот день, в общем, ну вы поняли. В тот день я не болел, но в тот день мы встречу отменили и никуда не пошли. Мы их об этом оповещали. Все хорошо. И сегодня я задал вопрос, актуальна ли еще эта возможность. Можно ли новое рандеву назначить. Нам назначили на четверг на 2 часа. Мы вместе будем в лицее. Ну я, наверное, просто позже приеду. И поедем на лицейном автомобиле Peugeot в супермаркет за покупками. Тебе сказали, что мы едем на Peugeot? Да, мне сказали, что мы едем на Peugeot. Ну, а теперь распаковка документов. Распаковка. У меня пока нет этого штатива, поэтому я буду кривыми руками держать. Это вот email-переписка, она специально в расфокусе. Тут договаривались и обо всем договорились. А вот тут... Владимир Тепляков, Аверон. Аверон – это академическая гребля. Такой вот конвертик, пакетик. Это Вове дали в лицее. Уже когда я выходил из лицея, меня догнали. И сказали, Владимир! Владимир Тепляков. Yes! Yes! О, тут много еще каких-то писем. Вот как-то так. Так, что это? А, это еще часть переписки. Это сюда. Так, а это школа. Федерация гребли, значит, у них. Это документ, который говорит о том, что я подписываюсь, что он жив-здоров
и не имеет проблем со здоровьем для того, чтобы заниматься греблей. Гребаным спортом. Так. Черт. Так, это что? Это какой-то опросничек какой-то, да? Или что это? Или договор? Это все надо будет переводить. А, это какие-то, наверное, правила. Президент подписал. Да, вот эти же письма мне прислали на электронную почту в электронном виде. Я их сегодня видел. Сам президент подписывает? Вот это какой-то опросничек для абитуриента. Оп, палец мой. Так, еще какой-то опросничек. Это интересно. Какие-то возрастные группы. Вот, сезон 22-23. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Сеньор, ветеран. Какой-то еще луизир. Асси. Луазир? АСС. Это, видимо, категории возрастные для занятий. Я думаю, что я это все попробую через Google переводчик перевести, чтобы осознать. И покажу нашему социальному ассистенту. О, тут про оплату. Тарифы. 12, 13, 14-летним. Это годы рождения примерно. Тариф 250 евро. Следующим 260, 260, 275, 300 ветеранам. Луизирам 300. Это что такое, Колледж? Джордж. 6-7. Но мы платить, разумеется, это не будем. В любом случае. Потому что у нас этих денег нет. А, вот тут есть что-то для держателей карты ПАС регион. Что? У меня есть. Я не знаю, тут что-то про 30 евро. Мы это все переведем. В любом случае мы платить не будем, я имею в виду вот такие-то цифры точно. Попытаемся сделать так, чтобы это было бесплатно, либо от дома, который нам предоставляет жилье, либо от лицея. Вот. Ну уж в крайнем случае может быть 30 евро с нашей карты социальной. Это приемлемо. Так, еще тут что-то. Тут что-то. Еще тут что-то. Это, видимо. А, во. Выделили нам текстом, что типа 260 евро оплата. Ну, повторяюсь, мы не будем это платить, потому что у нас этих денег нет. Может быть, лицей сможет, потому что там около 300 евро платят дети за интернат, а мы за интернат не платили. Интернат платил, вернее, лицей платил за интернат. Может быть, и с греблей получится, поскольку мы от интерната сейчас отказались, у нас нет необходимости в интернате. Может быть, получится как-то оплачивать спорт. Вот. То есть дело движется, сейчас мне надо заняться изучением этих документов, заполнением, подписанием. Ну и как-то будем искать возможность, чтобы двинуться дальше. А так, хорошие новости. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надо больше движухи, больше активности, но мы сейчас никуда не выезжали, занимались домашними делами. Я рассылкой, сынок тренировками. Сейчас будем выезжать, будем что-то снимать. Я очень жду штатив от ребят из Германии, от Андрея и Танюши. Уже это. Предполагаю, как это будет круто. Можно будет, там еще есть возможность вот так ставить телефон, потому что я вечно конструирую какие-то конструкции, чтобы поставить телефон, когда я дома. Вот.